На кухне посуда с изображением овощей и фруктов всегда вызывает аппетит. Сегодня мы попробуем такую посуду создать своими руками. Для декорирования я выбрала тарелку с матовой глазурью. В отличие от глянцевой, на такой поверхности краска будет ложиться плотнее и ярче, не оставляя разводов. Для работы нам потребуются синтетические кисти разных размеров и форм и акриловые краски для стекла и керамики. Я сейчас буду рисовать лимоны. Для начала я одним цветом задаю форму лимона. Это называется подмалевок. Я задала основную композицию, написала листья. И сейчас буду придавать объем нашим лимонам. Использую технику двойного мазка. На одну сторону кисти наберу светлую краску, на другую темную. И задам объем. По окончанию работы тарелку нужно обжечь в духовке при температуре 110 градусов, не мыть 20 дней. После этого можно мыть в посудомоечной машине. В этой технике вы можете расписать любые предметы интерьера, начиная от шкатулок и заканчивая мебелью и стенами. Так как техника очень простая, скоростная, в ней может работать любой человек, не имеющий специального образования.